Да-да. Достаточно было ведущему отвлечься, и оператор уже занялся дегустацией 11-го источника «Свобода» или «Свобода». 60 градусов по Цельсию. Не опекись! Пойдемте бодренько, чтобы не зомерзнуть. Вы чувствуете разницу с другими городами? Никакого религиозного тяготения, никаких страшных старцев над Карловым мостом. А легкий флер античности, как и в Марианских лазнях. Много нагого тела, много ню, много всяких богинь, богов, нимф, пастухов, пастушек. Легкость, легкость. Колоннада. Главная колоннада Карловых Вар. Ну, все на том же месте, это уже радует. Но частично на реконструкции. На реконструкции. Что поделать? Молодцы, не теряют времени. Молодцы. О, казино Star Palace. Посмотрите, какое красивое резное здание. А вон уже и здание второй террасы. И даже третьей. Что-то так приветливо хлюпает, я смотрю. Источник номер 2. Номер 8. Имени князя Вацлава. Второго. 58 градусов. Я это принципиально не пробую. Спасибо. Верю Тургеневу. Вон великолепное украшение этого дома. Надо увеличить и подойти. Да, это такая аллегория на тему лечения. К богине приходят страждущие за исцелением. Вот, пожалуйста. И она раздает свои блага всем, кто к ней пришел. Омолодиться, выздороветь.
избавиться от недугов. Причудливые лабиринты террас, улиц, они мне, мы все время хохочем на эту тему, напоминают вот этот современный городок под пейзажной аллеей, своей цветастостью, своей причудливостью всех этих улиц, Кожемякская там и так далее. Воздвиженская, по-моему, там есть, да? Ну, а оригинал вот, по которому, видимо, киевские мыцы старались воспроизвести. Насколько похоже, давайте еще раз попытаемся удостовериться. Знаете, если смотреть только на надписи, то такое ощущение, что это вообще русский курорт. Вон там сияет слово «аптека» во всю стену. Очень много надписей на русском языке, охватывает гордость. Но сейчас особо гордиться нечем. Сейчас собственные шаги отдаются на мостовой гулким эхом. А все-таки русский язык мы слышали уже. Видимо, никто не собирается никуда уезжать. Вот. Река течет, одна из рек течет, несет свои воды. Продолжим. Это замечательный, я думаю, получился четвертый сюжет. Продолжим.